Самый эффективный способ борьбы с раком – своевременная диагностика. В минувшем году около 1,5 миллионов жителей Самарской области прошли диспансеризацию в специализированных медицинских центрах. Благодаря этому врачам удалось спасти жизни нескольких сотен пациентов. По словам депутатов, с онкологией нужно бороться на ранних стадиях. Для этого необходимо повысить медицинскую грамотность жителей региона. Мы должны на всех уровнях говорить о том, что первое – важна профилактика, и об этом самое главное должны знать наши люди. В первый год реализации национального проекта здравоохранения, который инициировал президент России Владимир Путин, самарские медики выполнили все целевые показатели. Для онкологического диспансера закупили 120 единиц оборудования для лечения и обследования пациентов. Кроме того, для больных приобрели высокотехнологичные иммунологические препараты на 1,2 миллиарда рублей. У людей рак всегда вызывал страх и боязнь обращаться к врачам, и боязнь обращать на себя в первую очередь внимание. И именно благодаря этому проекту у нас есть возможность оказывать медицинскую помощь, ту медицинскую помощь, которая соответствует всем мировым стандартам. В 2020 году региональные онкологические центры продолжат оснащать новым оборудованием, в том числе лучевыми ускорителями и магнитно-резонансными томографами. В самарских вузах должны подготовить молодых, высококвалифицированных специалистов, которые смогут сократить кадровый дефицит в первичном звене. Кроме того, в регионе откроют 3 амбулаторных центра онкологической помощи населению. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.